Вот так теперь стал бегать наш Дейк. После того, как уехала Анжелика. Реально впал в депрессию. Он не хочет ни играть, ни бегать. Он перестал делать абсолютно все, что делал раньше. Мы никак не могли понять, что с ним. Думали, что у него, как обычно, болит живот. Мучаемся мы с этим вопросом периодически. Вот. Но в итоге, там, проанализировав ряд факторов, оказалось, что нет, по состоянию физическому с ним все в порядке. Вот, а психологически, конечно, не очень. Вот максимум, что он делает на прогулке теперь, пытается копать яму. Теперь даже его любимый друг Джордж его так не занимает. Да, Дэшка, скоро приедет твоя королева.